Строительство новых объектов убрали из проекта реконструкции коммунальной инфраструктуры в Чите. Об этом сообщили на Комитете по бюджетной и налоговой политике городской думы, передает корреспондент Запрум. В протоколе правительственной комиссии исключено строительство новых объектов. Нам пришлось пересмотреть мероприятия на объектах водоканала, добавить мероприятия по капремонту и модернизации. Об этом сказал замруководитель администрации Читы Андрей Гринишин. Он отметил, что общая сумма внебюджетного трансферта не изменилась. Планируется ремонт, модернизация и реконструкция коммунальных сетей. Ранее сообщалось, что больше 1 миллиард рублей выделят на ремонт коммунальных сетей в Чите.